На Медневсысердском околотке казенные работники под присмотром судебных приставов взяли в руки здоровенную кувалду и болгарку, расколошматили соседский забор и срезали под корешок крышу с сарая и гаража местного самоуправца. Жадный до чужой земли мужик втихушку переступил черту добрососедства, оттяпал у соседки кусок ее участка, сдвинул забор и наградил на захваченной территории хозяйские постройки. Потесненная соседом домовладелица в суде свой аршин земли отстояла, и сесерскому частному оккупанту выдали суровое предписание – гараж и сараюшку по-быстрому снести, а забор вернуть на прежнее место. Переступивший межу судное решение проигнорировал, палец о палец не ударил, чтобы вернуть статус-кво. Пришлось судебным приставам принудительно подзаборную истину восстанавливать. Поработали искрометно, так что только щепки летели.